Госпиталь для больных коронавирусом, созданный на базе КВЦ «Патриот» Кубинки, начал прием пациентов. Одинцовский волонтерский центр «Единая Россия» оперативно приобрел и доставил пластиковые стулья по просьбе персонала инфекционного госпиталя. Госпиталь на базе подмосковного конгрессно-выставочного центра Минобороны России «Патриот» рассчитан на 1420 коек. Из них 20 реанимационные. Каждый подведен кислород, а для лечения пациентов в тяжелом состоянии здесь размещены аппараты искусственной вентиляции легких.